На останній сесії Білгород-Дністровської міської ради депутати прийняли рішення створити Центр первинної медико-санітарної допомоги. Наразі проходить процес реформування охорони здоров'я. Основная задача реформирования – это разведение уровней платежей по первичке. Это участковые врачи семейной медицины и участковые педиатры в нашем городе, потому что они остались не везде. Вторичная медицинская помощь – это узкие специалисты все, лабораторные и инструментальные обследования и стационарная помощь. Чтобы было понятно, то есть наша медицина в городе теперь будет разделена на два лечебных учреждения, занимающихся первичной помощью для взрослых и детей. Центр первичной медико-санитарной помощи будет организован на втором этаже нашей многопрофильной поликлиники на Пирогова. Туда сядут врачи семейной медицины. Педіатри будуть приймати своїх пацієнтів на третьому поверсі дитячої лікарні, де наразі проводиться капітальний ремонт. Як зазначає Тетяна Сибірцева, особливих нововведень немає. Так потребує реформа, і це варто впроваджувати, аби медицину вивести на сучасний рівень. Тобто пацієнти самі повинні обирати собі лікаря, та між ними можуть бути довірливі відносини. Сегодня у нас 19 врачей семейной медицины и 9 врачей-педиатров. Каждый житель вправе, используя свой опыт или доступную информацию для пациентов, определиться с выбором врача, с кем он заключит и подпишет декларацию на обслуживание. Этот документ регламентирует порядок обращений. При подписании вы оговариваете вопросы контакта, взаимодействия, прибытия на прием или вызова врача. Як каже Тетяна Сибірцева, буде визначений режим роботи сімейних лікарів. Якщо людина заключила договір з медиком і її щось не влаштовує, то вона з легкістю може перейти до іншого. По структуре оказания помощи, значит, мы оставляем акушеров-гинекологов, наблюдающих за беременностью у женщин в городе. Это обслуживание будет также продолжаться в женской консультации. И беременную женщину могут вести как врач семейной медицины, так и в параллели врач-акушер-гинеколог. По детям я повторяюсь, но право выбора опять пациентов. Если родители доверяют своему семейному доктору ребенка, а у нас все врачи семейной медицины прошли обучение, имеют сертификаты на этот вид услуги, то пациенты имеют право заключить договор и без педиатра, то есть вся семья наблюдается у одного врача. Міністерстві вважають, що такий принцип роботи змусить медиків надавати ефективну кваліфіковану допомогу. Зміниться принцип фінансування. Щорічно за кожного пацієнта лікарю буде нарахована оплата, яка складе в середньому близько 350 гривень за дорослого і близько 650 за дитину і літню людину. Если врач семейной медицины дает направление на консультацию и на обследование, эти манипуляции и консультации для жителя будут бесплатными. Если я решила самообращением сама себе пройти обследование УЗИ, кардиограмму без направления врача, эта услуга будет платная по всей территории Украины. Стоимость ее коррелируется и выверяется министерством. Но это все заработает, рассчитываем на второе полугодие 2018 года. Первые 6 месяцев отданы жителям Украины на выбор, контакт, заключение декларации с выбранным врачом. Слід зазначити, що надання первинної та у подальшому вторинної медичної допомоги, якщо є направлення від сімейного лікаря, буде безкоштовним. Олена Малий-Іван, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ.